шестерки пожиже уже получили отмашку рассказывать о том, какое же счастье, что дед вновь баллотируется. А где же в этом хоре золотая премиальная шестерочка, которая уже выступала в 2018 году как, блин, независимый кандидат? Этот человек меня все время оскорбляет. На дебатах у Соловьева. Та, которая клялась, что ничего не брала у режима за это свое выдвижение. Обманув нас с вами. Но вот теперь не видно, что случилось. То на этот раз не позвали тебя, нет? Кандидаткой. А же, смотрю, рекламочку не заказали. Знаешь, родная, же эти понимают, то никого ты теперь не обманешь. Что на эту брехуху уже никто не поведется. Стратила. Неужели ты по-прежнему думаешь, что тебе доверяют? Знаешь, Кобзон тоже был уверен, что публика считает его парик настоящими волосами.